В многообразии обувных магазинов и бутиков сегодня бывает сложно сориентироваться, ведь модели на любой вкус и кошелек поражают воображение. Но среди всех этих бесчисленных витрин найти свою пару обуви бывает крайне сложно. Причин много. Хорошая по качеству кожаная обувь и стоит совсем недешево. Не каждый может себе позволить отдать за пару ботинок целую пенсию, например. Да и сделанные по одному лейкалу модели не рассчитаны на тех, кто столкнулся с определенными особенностями строения стопы или возрастными проблемами ног. Обувь белорусского производства хорошо известна и своим высоким качеством, и тем, что часто становится спасением для людей с особенными запросами. Преимущество нашей обуви в том, что она изготавливается только из натуральных материалов, а именно из натуральной и прессованной кожи. На ярмарке представлен широкий ассортимент обуви для проблемных ног, а именно высокий взъем, широкое голенище и выпирающая косточка. В основном это люди, которые не могут в обычном магазине подобрать себе обувь. Немаловажным в современном мире фактором для выбора именно этой обуви становится и цена. Прямая поставка с фабрики-производителя позволяет не делать огромных наценок, поэтому такие ценники, как здесь, в других магазинах найти невозможно. На ярмарке представлена обувь напрямую от производителя по сниженной цене, поэтому можно не только подобрать удобную комфортную обувь, но и еще приятно сэкономить. Рязанские покупатели успели оценить и качество представленных моделей, и приятную цену, и удобство белорусской обуви. А эти критерии – комфорт, удобство и цена – основные при выборе. Ну, не такая уж дорогая она. И в то же время очень удобные и качественные вроде бы. На данный момент сейчас важно бабушку обуть. Удобные, теплые, комфортные. Мягкая подошва, чтобы вот была мягкая она. Чтобы по ноге внутри сидела хорошо. Ну и фасон хороший, и вроде по ноге. Прочные, чтобы были. Ну, чтобы кожаная была. И удобная, конечно. Да много всего. Всего полно, и можно выбрать. Были бы деньги. Вот башмаки хорошие присмотрела. И вот здесь еще. Работа ярмарки белорусской обуви стартовала 27 октября и продлится до 4 ноября включительно. Выбрать обувь по вкусу и по душе можно в торгово-выставочном центре АК на улице Есенина. Ориентируйтесь по указателю у центрального входа.